Необычное посвящение Дню Конституции. В Кокшетау 67-летний полковник полиции Анатолий Молчанов и его коллега, тоже бывший полицейский Тимур Хамзин, переплыли озеро Копа. Порадовали болельщиков друзья уже в шестой раз. Такие заплывы они часто посвящают важным датам и событиям. Разница в возрасте в 20 лет почти не сказалась на результатах. Тимур выиграл у Анатолия лишь 10 минут. Расстояние где-то в пределах 6 километров. Где-то за 2 часа мы без страховки. У нас праздник День Конституции Республики Казахстан. А у меня еще и совпадает День административной полиции. Я полковник милиции в отставке. 17 лет нахожусь на пенсии, но продолжаю работать. Чтобы молодые мои ребята, которые работают, патрульную службу несут, чтобы они знали, что надо спортом заниматься постоянно. И тогда в возрасте даже тебе будет не помеха, а будешь держать себя в норме. Каждый год переплываю по несколько озер. Ну, тем самым пропагандирую, ну, чтобы здоровый образ жизни. Хотелось бы тоже этим же, этой акцией сделать, чтобы мы наше озеро начали чистить. Чтобы профилактику проводили. Я вот, например, начал плавать с 41 года.